Новый премиум-танк 8-го уровня. Звучит всегда интригующе. И СТГ-гвардеец не является исключением. Его броский внешний вид не оставляет равнодушным. Но что скрывается за этой красотой? Сейчас узнаем. Первое, что надо знать о СТГ, это советский средний танк. И естественно, при таких исходных данных все сразу вспоминают об объекте 416. Ровно до того момента, пока вы не увидите их рядом. Да, выглядит, будто «Жигули» сравнивают с «Лексусом». Эстетика, так сказать, на уровне. Но не будем делать поспешных выводов. Тем более, сходство есть. Начнем с очевидного. Заднее расположение башни оставляет отпечаток на геймплее любой машины, будь то 416-й, СТГ или какой-нибудь немец. В любой поворот входить становится опаснее, но с этим свыкнуться можно. Вот с чем смириться сложнее, так это отсутствие углов. 6 градусов вниз на гвардейце — не самый худший показатель среди СТ-8. Но играть от башни на холмах будет явно затруднительно. Что странно. Ведь башня гвардейца неплохо бронирована. Полусферическая форма дает приведенку от 210 мм. В маске этот показатель вообще местами достигает 400. Такие цифры позволяли бы гвардейцу чувствовать себя уверенно в сражениях против других СТ-8 и некоторых ТТ-8, если бы не один нюанс. Башенка мехвода. Толщина брони здесь всего 130 мм. Стоит ли говорить, что достаточно меткие и знающие враги познакомятся с мехводом гвардейца ближе, чем с радистом КВ-5? Приведенная броня корпуса несколько лучше башенки, но все равно достаточно посредственная. И верхний, и нижний бронелисты могут сдерживать лишь танки 6-го уровня, да и то не все. В общем, танковать на СТГ скорее нельзя. Башня позволит сдерживать кое-что, но для этого надо будет постараться. Для гвардейца лучше использовать старый и проверенный способ сохранения прочности — прятаться. СТГ обладает хорошей маскировкой. Низкий силуэт позволяет скрываться в кустах, а достаточная динамика — своевременно занимать их. Нет, он не является чемпионом по скорости. Есть средние танки получше. Но есть и похуже. Можно сказать, что по этому показателю СТГ что ни на есть средний. Парадокс, да? Средняя динамика, средняя броня, средний танк. А почему тогда надо играть от маскировки и дистанции? Ответ кроется в пушке гвардейца. От советского орудия ожидаешь, мягко говоря, скромных снайперских показателей. И вот у СТГ все не так. Разброс составляет 32 сотых на 100 метров. Среди всех средних танков 8-го уровня этот показатель лучше только у двух «Пантер». А среди советских средних танков это и вовсе лучший показатель. Время сведения — 2,4 секунды. Скорострельность плохая. Но пробитие базовым снарядом отличное — 212 мм. Эта советская пушка позволяет играть в снайпера. Причем не совсем типичного. Посмотрите на эти цифры. Что вы видите? Обычный для СТ урон, да? А теперь посмотрите на гвардейца. 390 с выстрела. Это лучший показатель для средних танков 8-го уровня. Даже среди тяжей по альфе гвардеец уступает лишь защитнику. Да, есть у кого столько же, но больше только защитник. И вот теперь все становится на места. Гвардеец — нетипичный средний танк в общем понимании этого слова. Он не универсал, он — поддержка. Динамика и броня не позволяют СТГ наглеть, а показатели орудия недвусмысленно намекают, что надо делать в бою. Точность, пробитие и альфа-урон позволяют реализовывать танк со средней дистанции. Не надо думать, что вы ПТ. Нет, вы все еще средний танк.
Но в бою гвардеец должен находиться ближе ко второй линии. Динамика даст возможность занять нужное место. Хорошая маскировка укроет в кустах. А обзор в 370 метров не даст забыть, что поддержка — командный игрок. В начале боя занимайте позицию, прячьтесь и реализуйте весь потенциал орудия. Смотрите, как развивается бой. Перемещайтесь от укрытия к укрытию вслед за союзниками, а под конец активизируйтесь. Если команда побеждает, самое время разменять очки прочности в свою пользу. Большая альфа сыграет свою роль. Команда проигрывает? Поддержите оборону. Эти же 390 с выстрела могут вытянуть союзников из болота. Помните, орудие гвардейца — это главное преимущество. Используйте его с умом. И не забывайте, внешность обманчива.
Мы посмотрели, какие функциональности уже есть в других играх. И это свинья-копилка. То есть свинка-копилка — это такое... Мы ее так называем здесь, внутри, потому что нам так проще, чем выговариваете резервное хранилище. Это такое формальное название.